Подписчики забыли о канале. На вас подписаны сотни, тысячи или сотни тысяч подписчиков, и при этом просмотров все равно мало. Почему они нажали на кнопку подписки, но не смотрят ролики, над которыми вы так стараетесь? Иногда это настолько выводит, что кажется просто каким-то заговором со стороны YouTube. Для тех, кто тут впервые, меня зовут Кирилл Евсеев, а на этом канале мы обсуждаем, как сделать ваши ролики лучше с разных сторон, от технической части до содержательной. Поэтому жмите на колокольчик, чтобы не пропустить полезности на эти темы. Возможно, вы не помните уже, но раньше же не было колокольчиков, а кнопки подписаться было вполне достаточно, чтобы получать уведомления о выходе роликов на канале. Но потом YouTube заявил, что это неэффективно, и сейчас алгоритмы YouTube, несмотря на подписку, еще дополнительно оценивают каждый ролик, чтобы понять, насколько он соответствует интересам зрителя. Сам YouTube говорит, что эта система привела к тому, что зрители стали больше времени проводить на YouTube, и, естественно, YouTube может показать им больше рекламы и больше заработать. Возможно, вы скажете, что это, мягко говоря, неоднозначно со стороны YouTube, коварно. Да, так настроены алгоритмы, но если подписчики не смотрят ваши видео, то помимо алгоритмов, это может быть и ваша вина, и объективное поведение старых зрителей. Далее топ причин, почему ваши подписчики вас не смотрят. Возможно, вы найдете одну причину, которая будет для вас актуальна, а возможно, их даже и несколько. Причина номер 5. Вы выпускали один вид роликов на одну тему или в определенном жанре. Зрители подписались, потому что именно это им подошло. Но вы замучились снимать все одно и то же месяцами или годами. Бывает это действительно нелегко. В конечном итоге вы начинаете меняться сами, взрослеть, становитесь опытнее, и свои ролики тоже снимаете уже иначе или, может быть, на другие темы. Итак, зрители подписались на одну тему, а потом, когда они возвращались на ваш канал, они увидели уже совсем другие темы, которые, возможно, для них были уже слишком далеки от тех, которые они ожидали. Причина номер 4. А вот эта проблема бывает значительно чаще. У многих крупных каналов, направленных на молодую аудиторию, эта проблема возникает просто регулярно. Они как быстро растут, взлетают, так и быстро скатываются. Дело в том, что школьники, студенты, вообще молодые люди, у них очень быстро меняются интересы. Значительно быстрее, чем у людей взрослых, которые определились со своими хобби, проблемами. У молодежи новые проблемы и интересы буквально каждый год, иногда каждый месяц. И если они взрослеют, а вы не соответствуете их новым запросам, они теряют к вам интерес. И так появляются каналы с миллионом подписчиков и просмотрами в 1-2% от количества подписчиков. Кстати, у взрослых каналов такое тоже бывает. Интересы у людей меняются, поэтому не принимайте это на свой счет, делайте свое дело. Да, некоторые люди уйдут, обязательно найдите способы привлечь новых, но это работает только если тема канала не устарела. А бывает, авторы просто не заметили, что их тема перестала быть актуальна. И тут мы переходим к причине номер 3. Тема, на которую вы снимаете, теряет актуальность. Раньше криптовалюты многих интересовали, а теперь, мягко говоря, немногих. Но это сразу ощутимо. А если, например, компьютерная игра или вязание крючком, проверьте в Google трендах в разрезе 5 лет, набирает ли ваша тема популярность, или наоборот, может быть, она падает уже и нужно переключаться на что-то другое. Причина номер 2. Почему, возможно, подписчики не смотрят? Например, если вы рассказываете одно и то же опять и опять, особенно если ролики длинные, то люди думают, я уже слышал все это, зачем ради одной-двух мыслей мне смотреть огромное длинное видео? Если автор не дает новую информацию, просмотры страдают, при этом подписчики и не отписываются, потому что испытывают определенное уважение к блогеру, а может быть, они просто ждут от автора что-то, что он наконец оригинальное расскажет, разразится в будущем более интересными темами. Следующая причина, одна из самых популярных причин, из-за которой вы можете столкнуться с отсутствием активности от подписчиков, это очень широкий разброс в темах на канале. То есть нет понятной цели у канала, понятной идеи. Чаще всего эта проблема появляется у молодых каналов, у которых нет фокуса вокруг одной темы. Поэтому я считаю, что крайне важно записать видео-трейлер к каналу. Посмотрите отдельное видео об этом у меня, я уже снимал. Трейлер нужен не только для зрителей, но и для самого автора, потому что в нем нужно четко сформулировать, о чем же ваш канал. Поговорим, как тут работают алгоритмы YouTube. Например,
Кто-то подписывается на видео, интересуясь конкретной темой. Когда зритель только-только подписался, то YouTube сам активно предлагает ему ролики такого канала. Сразу после нажатия кнопки «Подписаться». Но если зритель не реагирует на рекомендации, его другие темы на канале не интересуют, то YouTube делает это все реже и реже, а потом и вовсе перестает предлагать в рекомендованных ролики этого канала. Еще одна проблема – это прокрастинация или выгорание интереса. Мой канал и подобные моим каналам – это яркий пример этого. Многие люди хотят быть ютуберами, но как только они понимают, что для этого нужно приложить еще и определенные усилия, научиться многим вещам и не сидеть на месте, они сдаются. Смотреть советы для ютуберов начинают все реже, но они все еще подписаны. Еще одна причина, почему подписчики не смотрят. Сразу приведу показательный пример. Это тематика поиска работы или знакомства. Например, человек подписался на канал с темой «Как пройти собеседование» или «Как познакомиться с девушкой». Но как только он это сделал и результат его уже устроил, тогда у него больше нет причин смотреть такой канал. То есть миссия канала – это короткое действие, и она выполнена. Если автор дальше не делает ролики в продолжение, как развивать отношения, например, или как пробиться по карьерной лестнице, то изначальная цель уже достигнута, и дальше смотреть такой канал никто не будет. И еще одна причина, по которой подписчики не смотрят ваши видео, это серые методы продвижения. Ну, например, вы точно видели, как каналы делают розыгрыши. И иногда они настолько этим увлекаются, что люди их смотрят только ради розыгрышей, а не потому, что контент интересный. Но как только недельку ничего не разыграли, просмотры падают. То же самое относится и к взаимоподпискам. Люди пишут в комментах «взаимка», «подпишись на меня», «а я на тебя». Это очень не нравится Ютубу. Такие комментарии Ютуб пачками автоматически отправляет в спам, хотя вы этого, может, и не замечаете, и продолжаете это писать. Не стоит так делать, так не работает. Итак, одной волшебной таблетки в этом случае нет. У каждого канала своя проблема, почему подписчики забывают о нем. Но вам стоит убедиться прежде всего, что вы делаете контент, который актуальный, может привлекать новых зрителей, и также есть другой контент, который может интересовать уже подписавшихся. Вы записали ясный трейлер канала и сформулировали в нем идею. А еще вы иногда можете сделать прямые эфиры, о которых получают уведомления старые подписчики и заходят посмотреть после этого новые ролики. Также вы можете заменить превью для видео к некоторым старым роликам, это иногда приводит к увеличению количества просмотров. На практике это самые действенные методы, как заставить подписчиков смотреть ваши видео. Напишите в комментариях, какие методы у вас работают лучше всего. Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться ко мне за личной консультацией. Ссылки под этим видео. Спасибо вам за просмотр. Увидимся!